В лицее номер 8 имени Медхана Султана города Каспийска состоялся турнир по волейболу среди преподавательского состава образовательных учреждений города. В памяти почетного работника Российской Федерации судьи республиканской категории Мингажудина Магомедова. Началось мероприятие с торжественного открытия, где выступили с приветственными словами его ученики, друзья, близкие и родственники, а также представители администрации города. Через его руки прошли многие воспитанники, многие спортсмены. На протяжении всей своей жизни трудовой он пропагандировал спорт, здоровый образ жизни, внес огромный вклад в развитие и личностное становление нашей молодежи. В связи с чем мы хотим, чтобы светлая память о нем сохранялась у нашей молодежи, и его добрые начинания были продолжены. Отметим, что данный турнир проходит в стенах школы уже 4-й год. В этот раз организаторами мероприятия выступило руководство образовательного учреждения при поддержке городской администрации. По словам директора лицея номер 8 Рашида Абдуллаева, основная цель проведения турнира – это продолжить деятельность Мингажудина Магомедова, а также пропаганда здорового образа жизни и развития спорта в республике. Он пропагандировал игровые виды спорта, в частности, как я уже сказал, волейбол. И являлся примером для многих, для подражания для многих детей и вообще окружающих. В светлой памяти мы проводим этот турнир, думая, что дальше также будем проводить. Этот турнир у нас получился как праздник. Мы празднуем и благодарим всех присутствующих на этом турнире. Кроме того, в турнире также приняли участие родные Мингажудина Магомедова, сыновья и братья, которые, в свою очередь, поблагодарили организаторов за мероприятие. Мы проводим турнир в честь нашего брата, волейболиста по жизни. Мы не теряем как связь до сих пор. И надеюсь, что в дальнейшем мы тоже будем проводить мероприятия, такие же мероприятия, как сегодня. По результатам данного турнира первое место по праву заняла команда школы номер 2 имени Назарова. На втором месте лицей номер 8 имени Медхана Султана. Третье место досталось школе номер 3 имени Гаджибекова. Все победители были награждены памятными призами от спонсоров мероприятия и родственников волейболиста.